Добрый день! У нас сегодня первый запуск сублимационной установки. Что мы для этого используем? Тряпочку и спирт. Для чего? Для того, чтобы обработать внутренние стенки сублимационной установки. Смачиваем нашу тряпочку спиртом и протираем внутреннюю поверхность сублимационной установки. После того, как мы все протерли, оставляем дверцу открытой, пусть она проветрится, мы заменим перчатки и приступим к нарезке яблок. Сменив перчатки, мы приступаем к нарезке яблок. После того, как мы нарезали, мы выкладываем наши яблочки на подносы. Ну все, мы нарезали наши яблочки и будем погружать в сублимационную установку. Самое главное, снизу вверх. Снизу вверх. Устанавливаем термоизоляционную подушку. Закрываем нашу дверцу. Включаем нашу сублимационную установку. Обязательно проверяем, закрыт ли у вас кран. Нажимаем старт и выбираем нужную программу. У нас это яблоки, фрукты и овощи не замороженные. Выбрать. Нас еще раз спрашивают, заморожен продукт наш или не заморожен. У нас продукт не заморожен. Еще раз вам напоминает, закрыт ли сливной кран. Наш кран закрыт. Нажимаем «Продолжить». Все, наша сублимационная установка начала свою работу. Как видите, пользоваться сублимационной установкой достаточно легко. Просто следуйте инструкциям на мониторе.